Владимир Волков принял участие в совещании руководителей субъектов России, входящих в Совет Ассоциации инновационных регионов. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Его провел председатель Совета Ассоциации, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Участники совещания обсудили критерии и систему оценки, насколько эффективна деятельность инновационных регионов, а также механизмы поддержки и продвижения наиболее приоритетных проектов в сфере инновационного развития. В составе Ассоциации сегодня 14 регионов России. – Главная цель объединения – содействовать эффективному развитию регионов-участников, тиражируя лучшие практики научно-технического роста. Одной из наиболее эффективных моделей считается кластерное развитие, позволяющее в оптимальные сроки решать ключевые задачи, обеспечить научно-техническое развитие и повысить конкурентоспособность региональной экономики. Мордовия входит в число регионов-лидеров в стране по доле инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции, которая сегодня превышает 28%.